Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска. Объем двигателя 2.4, ТД D52 44 Т4. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. Двадцать два килограмма. Второй цилиндр. Двадцать два килограмма. Третий цилиндр. Двадцать два килограмма. Четвертый цилиндр. Двадцать два килограмма. Пятый цилиндр. Двадцать два килограмма. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.